А помните пирожки из столовых? Я к вам именно с этим самым рецептом. Тесто самое простое, но при этом выпечка просто превосходная. Единственное, не сделайте ошибку, как я. Я люблю большие пирожки, но я не ожидала, что они увеличатся в 3 раза. Для теста в теплую воду добавляем свежие дрожжи, сахар, соль и все хорошо перемешиваем. Также добавляем 1 яйцо, но яйцо по желанию, его можно не добавлять. Далее вливаем 3 столовые ложки растительного масла и всыпаем муку. Муки может уйти больше или меньше. При замесе тесто липнет к рукам, поэтому руки смазываем растительным маслом. Далее тесто убираем в теплое место, и через час оно уже готово. Теперь формируем пирожки. Я делала очень большие пирожки, и как я уже говорила, я не ожидала, что они у меня увеличатся в 3 раза. И у меня получилось 8 пирожков. Вы же сделайте больше. Начинка у меня толченый картофель. Пирожки обжариваем с 2 сторон на сковороде. Они вырастут на глазах. Приятного всем аппетита!